Духовно-нравственный подвиг. Священник Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Дмитрий Краснобаев ежедневно заходит за тяжелые ворота мужской исправительной колонии. Там его ждут заключенные, те, для кого вера стала спасательным кругом и надеждой на новую жизнь. О помощи осужденным в тюрьме и на воле наш следующий сюжет. Утро этого человека начинается с молитвенного правила. После отец Дмитрий спешит туда, откуда другие поскорее мечтают уйти. Там, за высоким забором, его ждут немногочисленные, но все же прихожане, заключенные в мужской исправительной колонии номер 51. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А никто не против, что мы снимаем? Все в порядке? Чтобы не было вопросов. Хорошо. Все в Бога веруют. Миловал, потому что многих сегодня... Здесь, в стенах тюремной библиотеки, среди барельефов известных писателей, священник регулярно служит литургии, читает молебны, исповедует и причащает тех, кого за колючкой объединила вера в Бога. Хотя в строгое расписание колонии этот пункт не входит. Утешителю души истины, що всюди сився наповняєш, скарби доброе життя подателю, прийди селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Все мысли отца Дмитрия сейчас заняты созданием небольшого храма на территории колонии. Администрация поспособствовала и нашла подходящее помещение на большой земле. Так это место называют сами заключенные. Хотим здесь сделать храм, чтобы служить литургии все-таки не в библиотеке, да, а как-то в храме. Даже если мы исправим 10 человек, или 20, или даже если одного исправим, да, все равно это будет на одно преступление меньше в будущем. Да, таких сознательных в тюрьме немного, зато они действительно хотят начать новую жизнь. Владислава осудили на 8 лет. Позади половина срока, и есть надежда на УДО – досрочное освобождение. 121-я, 2-я статья, тяжело, тяжкие телесные, повлекшие за собой смерть человека. В общем, я неосознанно это сделал, но тем не менее сделал. Мужчина говорит, всему виной алкоголь. Если бы не пил, не оказался бы здесь. Благодаря стараниям отца Дмитрия Владислав захотел начать жизнь сначала. Есть для кого стараться, ведь дома его очень ждут. Дома дочь осталась, 13 лет дочки сейчас. Жена умерла, когда я сидел, заболел. Дочка учится, круглая отличница. И вот хочу как бы воссоединиться с семьей. За время пребывания в колонии Владислав освоил профессию слесаря. Сейчас учится снова. Говорит, на воле все пригодится. Чтобы встать на ноги, работать придется много. А еще он отлично играет на гитаре и даже обучает других. В этом году я учусь на сварщика. Я думаю, есть теплица, как бы теплечка там тоже пригодится. Кто хочет, учится всегда. Денис Светличный по ту сторону забора оказался из-за любви к наркотикам. Сейчас он много философствует и пытается переосмыслить всю свою жизнь. Говорит, в изоляции есть время подумать о душе. Как говорил апостол Павел, знаете, хорошего хочу, но не делаю, а плохого не хочу, но делаю. Попав сюда, понимаешь, как много у тебя было ценного. Чтобы вчерашних осужденных хоть как-то обезопасить от прошлой жизни, отец Дмитрий мечтает создать специальный социально-реабилитационный центр, куда сможет прийти каждый, кто вышел на свободу. Под эти нужды даже есть подвальное помещение в центре города. Каждую неделю из колонии освобождается где-то в районе 50 человек. Каждую неделю 50 человек, да? Из них как минимум половине некуда идти. Но прийти сюда пока никто не может. Чтобы центр заработал, в помещении необходимо провести капитальный ремонт. На это, естественно, нет средств. Помощь асоциальным элементам обычно оказывают в последнюю очередь. Здравый смысл нам подсказывает, что люди, которые в колонии, да, они все выйдут сюда, они выйдут в наш с вами город.
Пока отец Дмитрий ждет помощи от чиновников и просто неравнодушных, в его собственной квартире, где он живет с семьей, с женой и двумя маленькими детьми, нашел приют бывший заключенный. Мужчине просто некуда идти. К слову, это уже седьмой постоялец, которому священник помогает опять не заблудиться в жизни. Елена Крылатова, Игорь Казанжи, Алексей Барановский. Итоги недели. 7 канал.